приказ. Давайте его выполним. Вот готов выполнить задание. Давайте сделаем это. Инженеры к бою готовы. Инженеры закончили, пожалуйста, захват объекта. Беглый огонь. Давайте займем эту точку. Сектор захвачен. Отсюда! Сэр, ждем ваших приказаний! О, сейчас мы все... Вы засекли приходу противника! Со мной останетесь живы! За мной! За мной! Открывайте вашу огонь! Не смотреть на меня! Подикон, мы качали решение в предназнании и захватили точку! Стрелки и так держат! Стрелки к бою готовы! Идет подкрепление в подразделение пехоты. Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Это поможет нам воевать, парни! Давайте сделаем! Стрелковый флот, уходим отсюда! Мы готовы выступать, ждем приказа! Выполняем! Эй, парни, идем! Готовы! У нас новобранцы! Взвод снова полностью укомплектован! Бою готовы! Вперед, держите строй! Линия фронта смещается. Фрицы захватывают нашу территорию. Выполняем! Пора убить несколько фрицев. Вперед! Засекли отряд легкой пехоты! Боевая готовность! Подошло подкрепление в инженерный взвод. Вот, стройте, парни! Стрелки к бою готовы! Открыть огонь! Точка наша! Мы теряем связь с одним из наших секторов. Здесь собрались самые лучшие солдаты! Сейчас побери! Отступаем! Я сказал, отступаем! Эй, вы, Чарли! Выходим из жизни! Конечно! Они открыли по нам огонь! У нас появились гранаты. В атаку, чёрт побери! Кажется, ты не знаешь, что мы выполняем. Пошли, бабы! Мы уходим отсюда! В атаку!
лучшие собрались! Самые лучшие солдаты! Вражеское подразделение уничтожено! Идет подкрепление подразделения пехоты. Приведите оружие, проверьте прицел. Мы готовы выступать, ждем приказа. Немцы пытаются захватить нашу территорию. Немцы все проспали, мы захватили сектор. Что у нас по плану? Пошли, за мной! Молотки и гвозди, дамы, молотки и гвозди расправляются на захват. Немцы пытаются захватить один из наших складов боеприпасов. Ясно. Засекли отряд легкой идет пехоты! Идет подкрепление в инженерный пункт. Пора убить несколько фрицев. Вперед, держите строй! Да! Бегом, вашу мать! Трюковый взвод, слушайте! Шевелитесь! К нам пришло пополнение! Вперед! Трюковый взвод! Вперед, бойцы! Точно! Пора убить несколько фрицев! Трюковый взвод, вперед! Пора убить несколько фрицев! Не высовывайтесь! Подкрепление подразделения пехоты. Вперед, бойцы, рассредоточиться! Сэр, ждем ваших генералов! Идет подкрепление подразделения пехоты. Эй, взвод! Не сразу нам неведом! Захватываем сектор с горючим! Готовы! Получит приказ из штаба занять этот сектор! Инженеры! Пехота, смотреть на меня! Вперед, бойцы, рассредоточиться! Не высовывайся! Джонсон, я надеюсь, на этот раз ты не будешь играть солдат. Мы не можем вечно здесь сидеть, выходим! Трюки, внимание! Ага, выступаем! Полная боевая выходка! Шевелитесь! Да, сэр, я на трюки! Противник открыл огонь! Здесь! Пошли! Пошли, быстрее! Трюки, внимание! Да, бегом! Парни! Трюки, справились, готовитесь и пускайте! Вражеское подразделение уничтожено. Стрелки садимся! Десантники, вольно! Мы у цели! Просто скажите, что мы должны сделать! Боевая готовность! Выполняем первую очередную задачу! Выполняем приказ! Занять бой! Стрелковый взвод ко мне! Стрелки, стрелки! Парни! Стрелки готовы! Открите сводку, парни! Отряд! Отряд! Вражеское подразделение уничтожено. Да, сейчас все будет готово. Сейчас все будет сделано. Мы готовы встретить фрица. Подкрепление на подходе. Нам понадобится место. Пора убить вас. Вперед. Шлюховый взвод, слушайте. У нас гости! Прямо здесь вражеские войска! Отступаем! Я скажу, мы смотрели оба! Вапки! Ну где же эта поддержка? Назад! Отступаем! Десантник, оборудовать огневые точки в том здании! Инженеры готовы! Ясно! Быстрее, не спите!
точка наша. Вот так строительство закончено. Внимание! Идет подкрепление в подразделение Вперед! Пехоты. Сэр, быстрее, парни! Идет, равняйсь! Идет Вперед! Подкрепление Господи, в подразделение Конрад, пехоты. Когда-нибудь завяжешь хреновы штурмей. Первоочередную задачу не мы должны захватить этот сэр. Пора убить несколько фрицев. Вперед, держите строй! Идем! Взвод, вперед! Пора выбираться из этой задницы! Смерть с небес! Сержант, у меня очень плохие предчувствия! Господи, Конрад, ты когда-нибудь завязываешь? Сэр, бой готовы! Не высовывайтесь! Это инженеры! Отгоняю! Наши войска несут потери. Десятый взвод! Десант прибыл на место! Десантники шевелим задницами! Сэр, ждем ваших приказаний. Пора убить несколько. О, сейчас мы все сделаем. Пошли. Да, время решения спасительного. Я за мной ее. Так точно. Выполняю команду. Вперед. Здесь нападение. Можно отдыхать. Не разгоняй тапочки. Возвращаемся. Возвращаемся на долбанную базу. Вперед. Бегом. Готовы к десантиру. Пора убить несколько фрицев. Мы сейчас же полностью укрыты. Наша территория полностью отрезана от источника снабжения. Я приказываю остановиться. Десантники к бою готовы. Вперед! Вражеская пехота открыла по нам огонь! Новогласные орлы! Пусть обследуют наши гранаты! Да, за мной! Вражеское подразделение уничтожено. Идет подкрепление в подразделение пехоты. Захватываем сектор с горючим. Орлы помолятся за упокой. Огонь! Прошу время движения, смотрите вперед. Так точно. Они отстрелы ворота. Мы проведем потери. Орлы помолятся за упокой. Бегом! Бою готовы! Вражеское подразделение уничтожено. Двигаемся! Орлы помолятся за упокой! Орлы прибыли! Эй, вы черви! Выходи на место! Орлы помолятся за упокой! Да, что такое немецкая пехота? Вот потом такой стыкового оружия! Есть! Достали пехота! Два!
Подкрепление готово к парашютной высадке. Проверить боекомплект. Сделано. Бегом марш! Десант, слушай мою команду. Взвод, стоит! Двигаемся! Это минометный расчет. Мы вернулись с новыми силами. Уходим! Живо! Расчет! Занять позицию! Ждем ваших приказаний. О, сейчас мы все сделаем. Разговорчики, десантники, за мной! Орлы помолятся! Не прекращать огонь! Стрелять из всех!